Специалисты Россельхознадзора в течение недели проверят турецкие компании на соблюдение правил безопасности при поставках сельхозпродукции в нашу страну. Вслед за этим будет обеспечен зеленый свет турецким фруктам и овощам, сообщает российская газета. Впрочем, цены на российских прилавках из-за этого вряд ли изменятся, считают эксперты. Напомним, что в Якутии уничтожили более 300 килограммов плодов граната из Испании и Турции, в том числе 56 килограмм в Нерюнгринском районе. Фрукты были завезены незаконным путем. Этот факт выявили в ходе рейдовой проверки 1 ноября. На следующий день при осмотре продукции, доставленной поездом, обнаружили и изъяли еще 206 килограммов плодов граната, сообщает портал ЮКТ-Ньюс.